По данным компании TNS Украина, это чрезвычайное происшествие привлекло наибольшее внимание интернет-пользователей. Страшная трагедия в так называемой серой зоне Донецкой области. На линии разграничения всего в километре от украинского блокпоста взорвался пассажирский автобус. Микроавтобус Volkswagen направлялся из Донецка в город Курахово и на территории, которая находится между Мариинским районом и Петровским районом города Донецка, не доезжая километра до нашего украинского блокпоста, микроавтобус свернул с основной дороги, поехал по обочине и наткнулся на неустановленное взрывное устройство. Два человека погибли на месте. Водитель автобуса и 45-летняя пассажирка. Еще одного мужчину отвезли в больницу в город Курахово, но спасти его не удалось. Через несколько часов он погиб от осколочных ранений. Но и на этом жертвы трагедии, казалось, не закончились. В сети появилась информация относительно четвертого погибшего. Впрочем, прокуратура Донецкой области ее опровергла. По состоянию на 14.00 информация по четвертому погибшему не подтвердилась. Окончательно известно, что при взрыве погибли два человека. Серая территория в зоне АТО не подконтрольна ни украинским войскам, ни вражеским боевикам. Но от этого не менее опасно. Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Допрашивают очевидцев, проводят осмотр места взрыва. По факту подрыва пассажирского автобуса начато уголовное дело за статьей «Умышленное убийство двух и более лиц».